Сидут ты, кстати, к месту. Всем привет, с вами Игорь КП, и сегодня мы играем в эту. И мы продолжаем играть в игру. Фнак ремастер и симулятор. Так. Продолжаем играть. Вчера мы в позапрошлой серии мы играли за Кэнди. Сейчас мы не знаем, за кого будем играть. Сегодня, я думаю, будем играть за Синди уже. Но она ходит только на кухню. Именно вот так можно запутать этого хрена тем, что она постоянно ходит на кухню. То она, то он. И характер. Ну что, погнали. Сегодня я Синди. Я могу... О, как быстро я делаю, кстати. На первую. Ай, блин, только на 12 могу. Вы издеваетесь, что ли? И как быстро. Офигеть. Так, путаем его, запутываем, чтобы он не понял, куда я иду. Чтобы он не смотрел на мою камеру, он только на 12-ю мою смотрит. На первую. Как я быстро редактирую этот пипец. Как у меня время быстро летит. Я на кухне-то не успеваю побывать. Кэнди вот вообще не хочет делать. Или здесь вообще нету Кэнди. Думаю, мы сегодня играем только за Синди, за Кэнди мы не играем. Вы бы мне сказали, ой, Гринкетсплей, что ты играешь в эту тупую игру, она не скучная, она неинтересная, тут то самое, как в оригинальной игре. Ребята, я фанатка игры 5 на Тис Кэнди. Я играю во все игры, которые мне нравятся про Кэнди. Так что я играю во все подряд. Дабы угодить моим любимым подписчикам, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите бодрые комментарии. Продолжаем. Снова пойдем на кухню, позрем. Чтобы не смотрели на 12-ю камеру. Так, и на 5-ю. Резко! Ха-ха-ха-ха! Чтоб ты ничего не понял. На 12-й, на 5-й переходим на 3-ю. Не-не-не-не-не, посмотрел на 5-ю. Вот сволочь. Если я сделаю это, то он меня закроет передо мной дверь. Давайте на... Не-не-не, потом я на 4-ю. Давайте вернемся обратно на 3-ю. Блин, у нас на 6-й камере. На 11-й, на 7-й, на 1-й, на 9-й, на 10-й, на 6-й, на 4-й. Вот скотина, он смотрит на 4-ю камеру. Так, значит, он перезывает. Сделаем так, чтобы он не перезывал. Возвращаемся обратно. Путаем его этого хрена, чтобы он расслабился. Думал, о, никто за мной не идет, никто за мной меня не хочет созрать. Расслаблюсь-ка я. А я ему бат и зазру. Ха-ха, вот это будет схема отличная. Переходим на кухню. Я есть хочу. Так. Мы на первую, на 6-ю, на 2-ю камеру. Лично на 8-ю, на 10-ю, на 2-ю, на 12-ю не посмотрел. Ха-ха. На меня смотреть нельзя, я не фотогеничная, ясно? 12-ю. Не посмотрел на 12-ю. Да сволочь, он постепенно смотрит на 4-ю камеру. Как мне выиграть? Он постоянно смотрит на 4-ю камеру. На 5-ю. Ха-ха. Уж не дай бог, но я-то постоянно путалась и постоянно меня убивала Синди. А этот хрен, чё, робот столь какой-то? Чё он как постепенно смотрит на камеры? На 2-ю, на 6-ю, на 9-ю, на 3-ю. Вот сволочь. Ладно, переходим обратно на 3-ю. Блин, если я что-то сделаю, то он закроет передо мной дверь. Этого я не хочу. 10-я. Может, они посмотрят на мою сторону? Не успею. Большая сыпка. Да! Ха-ха! Вот так-то, понял? Как? Я не понимаю тебя. Я заубила тебя.
Я не понимаю эту игру, ребят. Почему я как? У него заблокала дверь, я должна была его сожрать, а он... Как? Игра заблокалась, я так не играю. Теперь он будет больше времени смотреть на четвертую камеру. Но пока он этого не делает, хорошо. Ах ты сволочь! Ладно, я все сделала больше большую ошибку. Я больше времени проводила в этом месте. Надо больше времени проводить на кухне. Будем его пудрить ему мозги и точно таким же макаром проберемся на камеру, убьем его. Ха-ха. Он будет смотреть в разные камеры, не успеет за всеми следить, а я бас убью его. Ха-ха. На девятую, вторую. Сволочь, он опять на четвертую камеру смотрит, я на двенадцатой. За косочкой на кухне не будь глядывать, ясно. На первую. Усрисыла и вернуться обратно к своему Кэнди. Мне с ним более спокойно, у меня засидит. Похлебал у тебя, даст и все. А на 12-ю, словно на 12-ю. Поем, посплю, поем и потом вот поспать. На первом. Зачем это делаю? А для того, чтобы запутать охранника. Если бы я играл аниматроником, а жалко, что я не могу играть аниматроником. Я бы путала охранника. Он бы не понимал, с какой стороны бы я иду, а я его оп! Ха-ха, и убила. То есть я запутала его, и он не поймет, с какой стороны я иду, с какой стороны я не иду, потому что я иду в одну камеру, он зовет меня на одной камере, я его убиваю с другой камеры. Ха, вот такая вот система. Жалко, что я не могу играть за аниматроника. Такой не сделали идею, все. Жалко. Так, но он вообще не проводит времени на камерах, а сволочь все-таки посмотрел. Как-то у тебя энергия закончится, ты бессмертный, что ли? На пятой, на десятой, на седьмой, сука, опять на четвертой, третьей, десятой. Стой, не успею. Ха! Зырай его! Зырай! Скорее! Ну? Ха! То есть я стоял в это время, он на меня не обращал внимания вообще! То есть я стоял на четвертой камере очень долго, а ему было плевать! То есть я стоял на четвертой камере очень долго, стоял, мог в это время дверь закрыть, нажал на красную, она только уже напала. А ему плевать было вообще. Насрать было такой. Около меня стоит сидит. Ну, насрой тебе бессмертный музык. Могу все оса, могу все сделать. Плотный симулятор там. Интересный даже. Как ходят аниматроники. Типа как бы тебе подсказывая, как ты должен правильно играть во Снайпе, чтобы они тебя так никогда не запутывали. Вот я заикнулась про симуляторы ФНАФа. Да, не, ребята, я буду играть во все интересные симуляторы. Сейчас начнется май. Он начнется май, и в мае начнется полностью все игры, ну не все игры, а те, которые мне нравятся, естественно. То типа FNAF и прохождения, буду проходить все интересные FNAF прохождения на интересные тематики, игры, но только на тематику FNAF. Что привлечь больше моих любимых подписчиков, которые ставят лайки, подписываются на канал и ставить бодрый комментарий. Все, ребята, это была игра Снахер Симулятор. Я вот так называю. Так оно может пьязничать из Кэнди, ремастер симулятор, слишком длинное название. Так что Снахер Симулятор. Типа, показываем в игре, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и писайте бодрые комментарии, чтобы я был всегда счастливой.